Имущество ООО «ИФЭнергосбыт» арестовано судебными приставами. У компании, выставляющей счета за электроэнергию жителям региона, оказались серьезные долги перед производителем ресурса ООО «Евгорэлектросеть» и компанией «Российские железные дороги». Сумма задолженности составляет 13,5 миллионов рублей. Судебные приставы-исполнители проверили счета компании и описали ее имущество. В акте более 50 позиций – офисная техника и мебель, компьютеры. За должником зарегистрировано более 40 автомобилей. Теперь запрещено пользоваться ими и заключать какие-либо сделки с участием этих транспортных средств. Должнику принадлежит административное здание, на которое также наложен арест. Организация действует, арестованное имущество не относится к имуществу в четвертую очередь, то есть непосредственно в осуществлении функции оно не участвует. Эти 13,5 миллионов организация либо должна погасить, либо имущество будет выставлено на торги.